Ну что ж, привет, девочки, девчоночки. Посмотрим сегодня совет ангела-хранителя для вас. Давайте сначала, как вас покажут, кто вы сейчас, в каких энергиях находитесь. Ой, ну супер, да вообще, смотрите. Достала три карты и все старшие арканы. Солнце, император, сила. Ну это же просто чудесно. Посмотрите. Супер. Значит, смотрите. Ну, во-первых, что самое интересное, говорят, что вы сейчас, хоть вы и женщина, но больше преобладаете в энергиях, в мужских энергиях. То есть действуете напористо, целеустремленно. Да, вот когда вижу цель, не вижу преград, что это будет мое, я это захотела, я этого добьюсь. Дальше. Очень, конечно, сильная по натуре. Ну, слушайте, император, сила. Сильная по натуре девушка. А причем, даже знаете, вы можете даже и не догадываться о всей той мощи и силе, которая скрыта внутри вас. Вы можете даже до конца и не догадываетесь, и не подозреваете, какая сила в вас скрыта. Но может кто-то и знает об этой своей силе. Кто-то вот, у кого-то произошла вот такая вот, знаете, распаковка. Когда я осознала свою силу, свою мощь, я осознала, на что я способна. Я осознаю, что чего я могу достичь, чего я могу добиться, каких высот, каких горизонтов я могу добиться в своей жизни, да? Кто-то из вас, возможно, это осознал, достал в себе это, вот эту вот силу, эту харизму, власть, когда я здесь власть, я закон, да? Если кто-то из вас болел, то вы сейчас выздоровели, либо стоите на пути к этому. То есть эта девушка как сильная во всех смыслах, и духовно, и физически. То есть вы здоровая, и телом здоровая, и своим духом вы здоровая. Дальше. Что-то вы в себе такое открыли, но я же говорю, здесь произошла просто распаковка. У меня мысли сейчас путаются, я не знаю, за что ухватиться, потому что столько всего хочется сказать. И когда, знаете, в такие минуты, когда много мыслей, хочется много сказать, а по итогу ничего не можешь сказать, потому что эти мысли путаются. Что-то вы себе сейчас в такое открыли в себе, осознали, полюбили себя. Какую-то, знаете, вот обрели витальность, жизнерадостность, когда живете, радуетесь жизни, как тот ребенок. У кого-то действительно дети прям есть. Либо говорит карта о том, что вот вы сейчас, вот у вас такой период, что вы себя чувствуете как ребенком. Ну, в том смысле, что вы радуетесь жизни, вот как дети, да? Каждому дню радуетесь, когда солнышко светит, ты здоров, у тебя ничего не болит, жизнь прекрасна, да? Жизнь удалась. Какую-то вы в себе эгоистичность открыли. То есть позволили себе быть эгоисткой, да, позволили, что в конце концов жизнь одна, и да, и на что я ее трачу, на что или на кого. Стали вот больше себе уделять внимание, своему развитию какому-то.
больше энергии у вас стало приходить, наполненной. Но я же говорю, наполнились какой-то вот жизнерадостностью, витальностью, как то ясное солнышко. Вот люди тоже воспринимают, как вы ясное солнышко, да, что возле вас хочется быть, вот люди к вам тянутся, что вы такая женщина, девушка приятная во всех смыслах, приятная в общении. Может быть, как тепло дарите окружающим. Ну, приятно возле вас находиться, притягиваете людей этой своей жизнерадостностью, что... Черт возьми, как бы там ни было, я хочу радоваться, я хочу быть счастливой. Вот что-то вы такое в себе открыли, какая-то такая у вас черта появилась, которой раньше не было. Сейчас как будто бы вы настроены, знаете, вот чтобы... Жизнь моя, вы говорите, я хочу, чтобы моя жизнь пришла в стабильность. Я хочу, чтобы деньги были, достаток был, чтобы у меня, ну, было все как у людей, да, квартира своя, жилье свое, машина. Кто-то здесь работает над бизнесом, потому что это также император, это человек-предприниматель, карта предпринимателя, бизнес устойчивый, постоянный, человек твердо стоит на ногах. Ну, прекрасно. Так, что еще о вас скажут? Смотрите, говорят, что... Очень долго вы чего-то ждали, была у вас долгая ситуация, ну это, я так понимаю, в прошлом, да? Это в прошлом, с чем это связано? Да, скорее всего, эта ситуация говорится о прошлом. Долго вы находились в ситуации, кто-то лет 7, порядка 7 лет находился в ситуации, когда вот было неясно, непонятно. Потеряли вы какого-то человека, говорите, что я этого человека любила. Для меня эти чувства были важны, для меня эти отношения были важны. Получается, как и человек, находился в стагнации тот мужчина, да? Не принимал какое-то решение. И по итогу вы все равно расстались. Ну и тут дальше показывают карты, что конкретно вы ушли. Вы ушли. Причем этот уход был вынужденный. Это, знаете, вот никогда вот... Ты на радостях уходишь, да, от кого-то. Это карта перехода. Но здесь можно, знаете, сказать, что вы либо с работы ушли, либо вынуждены какой-то переезд. Но вам пришлось это делать с тяжелым сердцем. Вынужденное. Это, как я говорила, это, знаете, это происходит вот не с легким сердцем, не на радости, а как с грустью, с печалью, что я вынуждена это сделать. Но больше тут как будто бы об отношениях идет. Что вам пришлось уйти из этих отношений, вы вынуждены были уйти. Да,
Это, скорее всего, об отношениях. Говорите, что я очень сильно любила. Я хотела любить и быть любимой. Но произошел этот разрыв. Этот разрыв уже действительно, это по справедливости. Вмешивается здесь у вас правосудие, что так и должно быть. Человек какой-то был несерьезный. Либо младше вас по возрасту, либо по статусу младше вас. Занимал должность какую-то помельче, чем вы. Но ситуация для вас возродилась. Вот благодаря тому, что вы решили выйти из этой ситуации. Благодаря тому, что вы решили выйти из этой ситуации, ситуация для вас возродилась. То есть жизнь полностью возродилась, кардинально как-то изменилась. Вы изменились и внешне, и внутренне. Ну, конечно, эта ситуация, эти отношения заставили полностью пересмотреть себя, свое поведение. Возможно, как-то, знаете, осознали свои ошибки, что вы делали неправильно, вот здесь нужно было вот так себя повести, а вот это вот не нужно было позволять. Да, вот и этот мужчина вышел. Мужчина действовал в сторону вас, знаете, как тот вор, который по ночам приходит и за спиной берет что-то свое, да, крадет. Но смотрите, здесь может быть несколько вариантов развития. Либо этот человек у кого-то действительно что-то в доме воровал вашем. Кто-то этот мужчина, у кого-то этот мужчина был вхож в дом и что-то он украл. Либо это говорит о том, что человек вел себя вот как, знаете, как подлый, как манипулятор, как хитрец, что он своими действиями забирал только свое. Поступал так, как ему надо, как ему интересно, как ему выгодно. Знаете, как-то вот больше он ваши чувства брал, ваши эмоции, вашу энергию он больше брал. Ну, холодный мужчина такой вот, расчетливый, просчитывал каждый шаг. Холодный, да, я уже говорила. Но что-то он сейчас на вас злой. Очень много вам врал, скрывал, когда были ситуации вот недосказанности, непонятного. Что дальше будет, как дальше будет. И вы знаете, как-то много у него вариантов было. То ли у него несколько вариантов было, вот он как бы, знаете, рассматривал. Либо сам человек по себе такой вот фантазер. Так, что это значит? Возможно, у кого-то этот мужчина женат. Женат, да, но склонный к изменам. Карта бездуховности. Здесь человек склонный ко всем пагубным пристрастиям. Ну, когда бездуховный человек, то есть это и жадный, завистливый, склонный к изменам, к предательствам, к вранью. Ну, все, что можно, ну и так далее, тому подобное.
Какой-то, как, знаете, мужчина такой, как нищеброд. Ни кола, ни двора, и с деньгами у него плохо, либо безработный вовсе. Ну, карта очень плохая. Возможно, кто-то из вас в этих отношениях заболел. И причем себя человек вел, вот знаете, как-то он не действовал конкретно в вашу сторону, не принимал какого-то решения. Вы, видимо, ожидали от него какое-то решение, а он этого не делал. Да, человек находился на выборе, да, женат был. И, ну, собственно, и сейчас женат. Жена у него есть. Но человек, знаете, он в своей семейной жизни, он вполне счастлив. Тут и прекрасная карта. Как будто бы, знаете, ну, человек счастлив, короче. Его все устраивает. Да, вот опять же семейная карта вышла. Но говорит, что как будто бы у вас такие отношения были, что... А когда он так вот приехал и уехал, либо человек на расстоянии был. Ну, смотрите, у кого-то, здесь может быть два варианта. У кого-то это говорится о женщине, которая в разводе с этим мужчиной. То есть вы были с ним... С этим мужчиной вы были в гражданском браке. И, ну, собственно, у вас произошел развод. Либо это рассказывает... Здесь рассказывается ситуация о мужчине, который все еще в браке находится. Но вот в браке находится, но вы, получается, от него ушли. Но он остается женатый. То есть вот два события. Либо вы развелись с этим мужчиной, либо это ситуация о любовном треугольнике. Когда вы решили уйти от этого мужчины, потому что он женат. Но говорит, что я не собираюсь разводиться. Ну да, тут скорее всего... Второй вариант, что этот мужчина женат на данный момент, и вы решили из-за этого от него уйти, потому что он женат. Но потому что он говорит, вот, что меня все устраивает, меня моя семейная жизнь устраивает, и он не собирается уходить. От жены законы он уходить не собирается. Потому что вот ему нравились эти отношения, когда вот он приезжал, уезжал, такие вот легкие по страсти со своим этим жезлом. Да, приезжал человек, либо вот говорит, что я хочу к ней приехать опять. Но если даже он хочет это сделать, пока он в ближайшее время он этого делать не будет. Тут вот выходит карта рода. Вас защищают высшие силы и ваш род, чтобы он вам больше не причинял страдания. А он хочет приехать, да. Так что давайте посмотрим, дайте девочкам совет от ангела-хранителя. Не, ну слушайте, тут на вас в начале карты прекрасные вышли. А этот человек, ну то есть, либо вы развелись, либо просто ушли, потому что он женат. Но этот человек тут хочет к вам приехать, помириться. От семьи, говорит, от жены, от законной жены, я не собираюсь уходить. Меня все устраивает. Ну да, скорее всего, что вы ушли, потому что он женат.
Но он бы так не говорил, да, что я от законной жены не собираюсь уходить. Меня все устраивает. Так что давайте совет от ангела-хранителя для вас. Смотрите, что говорят. Вы, видимо, стояли в недавнем прошлом, как на пороге, да? Долго вот ожидали, долго не могло что-то в вашей жизни произойти новое, случиться. Но все-таки вот вы вышли, да? Вот может связано с этими отношениями, когда эти отношения вас как будто бы стопорили, тянули назад. И вы никак не могли этот шаг сделать. Но вот карты говорят, что вы сделали этот шаг, да, что-то новое в вашей жизни началось. Ну вот как минимум вы вышли из этих отношений, да. Работу сменили, переехали. Ну вот и карты говорят, совет для вас, собственно, что иди в свое светлое будущее. Добивайся то, чего ты хотела. Перед тобой сейчас дороги открыты, горизонты открыты, путь открыт. Пожалуйста, вот делай то, что ты хотела. Ты можешь сейчас иметь то, что ты хотела. Ты можешь сейчас реализовать все свои планы, мечты, желания. Тебе дается шанс. Вот возьми этот шанс сейчас, не упусти. Не закрывайся. Вы как будто бы, знаете, вот находились в таком состоянии, когда вот закрывались, как-то вот, что касается денег, вам приходилось копить, экономить. Но говорят, что у тебя будет шанс, вот, что больше не экономить. Вот, да, когда каждую копейку считаешь, возможно, кто-то копил на жилье свое. Ну и сейчас, собственно, копите, да, на свое жилье. Как-то у вас такая ситуация, ну вот как сразу я сказала, вы хотите, чтобы жизнь ваша пришла в стабильность, когда денег достаточно на все. И вот карты вам говорят, что не бойся идти в свое светлое будущее. Вот то, что ты хочешь сделать, делай. Тебе сейчас дается шанс, бери его. И твои все желания исполнятся. Мечты твои исполнятся, когда тебе не придется, не нужно будет вот экономить, копить, что-то вот трястись над каждой копеечкой. Еще, да, история с деньгами. Что работай, работай, какое-то у вас новое сейчас начинание в сфере, в творческой сфере. Возможно, вы сейчас работаете, вот, чтобы свое хобби, интерес какое-то свое поставить на поток, на бизнес, как-то монетизировать свое увлечение, что занимайся, работай над этим, деньги тебе это хорошее принесет, люди к тебе будут обращаться, когда вот заказы пойдут. Но тут работы, конечно, много по этой карте. Карта предпринимателя, ну, денежная карта, но по ней и нужно будет сделать очень много работы, потрудиться. Что, как будто вы знаете, вот говорят, что вы еще думаете о прошлом, вспоминаете, как будто бы вот ностальгируете. Ну, не все, конечно. Что вот у некоторых все еще нет-нет, но вот вы вспоминаете все равно, вот ностальгируете, да, как было хорошо. Что говорят, не вспоминай об этом вообще, отпусти свое прошлое, не вспоминай об этом периоде. Да, когда-то, возможно, вы были счастливы в этих отношениях, да, в какой-то момент вы были счастливы, вы чувствовали, что вы любили и вас любили. Ну все, это уже в прошлом, отпусти это. Потому что как будто бы вы этими своими мыслями закрываете сами себе дорогу. Да, ведь знаете, да, что когда мы думаем о прошлом,
Особенно, когда сожалеем, как-то ностальгируем, то мы энергию свою сливаем туда, в прошлое. Ну, как известно, о чем мысли, где мысли ваши, там и вы. То есть возвращаетесь в прошлом, возвращаетесь в эти отношения, вспоминаете. То есть вы мысленно находитесь там и энергию туда отдаете. Поняли, да? Что говорят вам, не вспоминай об этом, не ностальгируй, потому что ты этими своими мыслями, вот этой вот своей постоянной этой мыслительными процессами, ты сливаешь энергию свою, закрываешь сама себе дорогу. Что смотри в будущее смотри. Направляй свою энергию в будущее. Так, еще совет для вас. Да, что не расстраивайся. Ну да, все-таки кто-то из вас действительно все еще как бы расстраивается. Для кого-то эта тема еще актуальна. У тебя, говорит, у тебя сейчас все прекрасно, ангел твой говорит. Да, не так вот, как бы ты хотела, но плюс-минус у тебя все, у тебя есть все, чтобы радоваться жизни. Какие-то у вас приятные встречи проходят, либо это говорит, что семейная карта, вот семейные встречи, возможно, в семье трое человек у вас. Что как будто бы, ну, у вас есть причины радоваться, радуйся, веселись, наслаждайся. Вот опять же, если кто болел, вы выздоровели, либо стоите на пути к этому здоровью, ты придешь в свое здоровье. Наполнишься, исцелишься. Энергия у вас прекрасная. Восстанавливается ваша энергия какая-то целительная. Возможно, кто-то из вас увлекается, либо вот именно работает в сфере красоты, индустрии красоты, визажист. Что там еще может быть? Стилист, мастер маникюра, массажист. Также говорит, что... Ты девушка-звезда, вот во всех смыслах также. И внешне ты красивая, и внутренне, как человек, талантливый, наполненный. У кого-то появились способности эзотерические, способности к магии раскрылись. Либо просто стали кто-то из вас интересоваться магией, эзотерикой, нумерологией. И что, мечтай, опять же, мечтай, о чем ты думаешь, потому что, ну, карта это говорит, собственно, вы сейчас о чем-то мечтаете, вот какая-то у вас есть цель, вот как в небе эта звездочка горит, что не отказывайся от нее. Мы все видим, мы знаем, чего ты хочешь. Это будет, но это будет не так быстро. А ты как будто бы, вот, да, не берешь этот шанс. Как будто бы как кто-то из вас, знаешь, как в стагнации находится. Закрываетесь, что не закрывайся, выходи в люди, выходи в свет, выходи в мир. Ты уже накопила достаточно своей этой мудрости, что хватит уже сидеть в этих отшельниках, выходи в мир, делись своими знаниями, своей мудростью с людьми. Ой, ну прекрасно. Женщина сексуальна, притягательна. Какой-то у вас появляется магнетизм. Опять же, вот исцеление. Опять же, вот высшие силы вот вышли. Ангел-хранитель, я за тобой смотрю и за тобой наблюдаю. Я тебе помогаю. Вы находитесь в данный момент под защитой. Ну прекрасно, смотрите. И исцеление происходит у вас физическое. И... аура восстанавливается, находитесь под защитой. Говорят, что девушка, вы такая чувствительная, ранимая. Так, у кого-то, возможно, это дело, которое вы хотите развивать или которым вы сейчас занимаетесь, дело связано с интернетом.
но вы становитесь, говорят, ты будешь известна в своих кругах, когда на тебя будут люди смотреть, как на икону, когда к тебе будут люди обращаться вот за советом, благодаря своему, потому что благодаря этому своему опыту пережитому ты накопила уже столько знаний, столько мудрости, что к тебе люди будут обращаться. Может, у кого-то этот период уже наступил, этот момент наступил. Но вот такой вот прекрасный совет для вас. Спасибо за просмотр. Благодарю вас и до встречи.